действительно, победа одержана, это сглаживает ту ситуацию, которая происходит у нас в турнирной таблице. Но, опять же, это все было в упорной борьбе. Я имею в виду, чтобы попасть в тройку. Для нас это был первый сезон. Поэтому где-то, может быть, мы допускали ошибки на дистанции. Но это жизнь, это процесс. Мы становимся сильнее. И я думаю, у нас еще все впереди. Я горд за свою команду, за сегодняшнюю игру. Что касается самой игры, то в первом тайме мы владели инициативой и в целом контролировали игру. И я думаю, что должны были забивать больше одного гола. Да и во втором тайме тоже у нас были хорошие подходы. Вскрывали оборону соперника. И, ну, единственное, что у нас вот этого заключительного удара в ворота не случилось. Но победа есть победа. Сегодня мы радуемся победе, завтра уже будем думать о том, что и как двигаться дальше. В плане финансовой ситуации мне сложно говорить по поводу серебряной лиги, но исходя из того, что Севастополь город легендарный и амбиций там достаточно, я думаю, что со временем задача будет стоять для того, чтобы повышаться в классе. Во-первых, команда получает опыт. Во-вторых, мы, тренерский штаб, получаем опыт, потому что есть движение вперед. Я имею в виду в плане турнирной таблицы. Ты выигрываешь, ты поднимаешься выше. То есть уже есть цель. Поэтому в любом случае вот это полугодие, ну не полугодие, а вот сколько мы там, 3 месяца, 4 сыграли, это колоссальный опыт, колоссальная информация для нас и для развития футбола в городе Севастополь. Поэтому, ну, хорошее впечатление.